Справедливо Чентеми Рокан Чебековича признать виновным в совершении преступления Кулина, определить Ашаралиеву Чентеми Рокан Чебековичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Взыскать Ашаралиева Чентеми Рокан Чебековича в пользу потерпевшего Канзамана Джанбека Тустошевича причиненный материальный ущерб в размере 671 590 сомов и компенсацию морального вреда в размере 3 миллиона сомов. Вам понятно? Если вопросов нет, то тогда судебное заседание может идти.